В областном центре состоялся традиционный новогодний фестиваль по спортивной и оздоровительной аэробике. Его участниками стали около сотни ребят из Ивановской, Костромской и Владимирской областей. Здесь и соревновательная программа, и фестивальная, когда дети наряжаются, выступают со своими танцами, какими-то конкурсами. И мы друг друга поздравляем. Они носят праздничный характер, новогодний. Эти соревнования не являются отборочными, но жюри решило выделить сильных спортсменов. Антон Колобов оказался вторым в своей возрастной категории. Однако своим результатом юный спортсмен остался недоволен. У меня результат 17,3. И я считаю, что для меня это мало. Я могу гораздо лучше. И сегодня не мой день. Буду сильнее тренироваться, буду стараться больше и буду улучшать свои результаты. Эти соревнования по спортивной и оздоровительной аэробике последние в уходящем году. Многие спортсмены перешли в другую категорию. И для них это все равно, что начать жизнь с нового листа. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.